All I need is love, 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 love. All I have is love, 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 love. Мы зашли в ларек такой фруктовый. Люда захотела персиков. Я хочу показать цены на нектарин, спаржевая фасоль, перчик, томаты, имбирь. Вот тут огурчики. Тут полка с сырами, но там цены на килограммы. 17,50 стоит килограмм. Килограмм сыра. А вот картошка. Евро 10. Евро 20. Томаты. Так что смотрите цены. Эта тема интересная для нас. Томаты. Перчик. Как тут пахнет фруктами. Да, я не показала, там женщина стояла, но я рассказала, что это цена в килограммы. Сейчас я подойду, покажу. Так, смотрите, это будет килограмм сыра. Кило. Так и написано. В принципе, все понятно. Ну, красота. А, кукуруза, сезон кукурузы. Так вот, 60 центов. Людочка покупает мне нектарин. А, еще покажу. Дыньки. Сезон дынь. Евро 30. Второй сорт. Вот, евро. Не могу понять, 90 или 2. И арбузы, но я не знаю, почем. Не могу понять. Очень приятные продавцы. Специи продают их не. Людочка покупает нектарин. Hello! Hello! Люди тут, ну, вообще доброжелательные, улыбчивые, как я. Посмотрите, они все улыбаются. Я обожаю просто. Да? Нет, я внутри гречанка. Я внутри. Если вы канал, только украинского нет во всем мире. Окей. Thank you. Thank you. Корешнуме. Це я же собі купила. Сливки. Персик купила. Я почувствовала, что мне надо на фрукта уже. Да, Людин организм потребовал. А я посмотрю, как он справится, Людин организм. Я посмотрю, а потом тоже решусь, да? Иди за водичкой сюда. Да, пойдем водичку возьмем. А водичку покопаем там, в супермаркете. Ну, да, наши карточки работают. Сделать красивый, да? Да, Людочка, делай вид красивый. Мы уже дома. Людочка делает вид красивый. Открывай там тоже солнышко. Открывай солнышко. И рассказывай. Эта информация будет очень полезной. Полезна, да? Тем, кто будет здесь, да, находиться в Халкидике. Вот. Потому что мы покупали каждый день водичку большую, да, полуторалитровую, да? Да, так как мы пьем, центов, да. 60 центов одна бутылка. Одна бутылка. Простой, без газа. Да, оказывается, лучше покупать выгодно блоком, 6 бутылок. Блок стоит евро 70 центов. Там 6 бутылок по 1,5 литра. Да, смотрите, какая экономия. Это мы тоже узнали от наших... Вчера выпали. Да, познакомились с друзьями сейчас с новыми. Тоже подсказали, где, какие мы значит. Это нужно делиться информацией, чтобы знать, на вот таких, как сэкономить. Лучше какое-то мороженое, да. Лишний раз покушать. Да, да. Где-то сэкономил, где-то заработал. Так что имейте в виду. Очень выгодно. Надеюсь, вам эта информация была полезной. Конечно, полезная. Я что, на француженку похожа? Да, я что, на француженку. Мы зашли в магазин покупать фрукты. Мне говорят, вы из Франции, девушка с Франции, да. Я из Украины. Канал будет снимать только в Украине, пока заведет по всем мире. Девушка с Франции. Мерси, Баку. Мерси, Баку. Меня, кстати, приглашают во Францию. У меня там сестричка живет с семьей. Тоже многодетная мама. Она же нутрициолог.
Вот. Она помогает мне наладить питание, да, поправить мое здоровье. Вот, и она живет во Франции и очень-очень ждет нас с Людочкой в гости. Я надеюсь, что у нас получится как-то. У нас получится? Конечно, да. Сестричку свою увидеть. Ой, Господи. Все получится. Ну что, мы переодеваемся, снимаем мокрые купальники, и у нас сегодня день... гуляние по магазину, по-моему, ознакомление с городом. О, я уже не такая красная. Да, подошла. Как красная, красная, естественно, была. Не красная. Сгорела. Первый день вырвалась до солнца. И главное, накрасила. Аж беленькая какая-то. Да, беленькая приехала. Взяла крема, все, приготовилась. Все равно солнышко меня поцеловало. Греческое солнышко. Говорит, Людочка, так тебя ждал. Сейчас полоснемся от соли и оденемся, и пойдем с Ирочкой. Я Ирочке сейчас покажу местность, то, что я знаю. Да, она уже местная, понимаете? Гречанка. Да. Все, у нас дальше день шопинга. Следите, будет интересно. Самый пик жары. Да. И что мы решили? Мы решили погулять с Людочкой. Где-то там. Покушать, я здесь, да. Нам кушать захотелось уже. Пойдем кушать. Первый раз заказываю гирос. Это ты просто в этом месте первый раз заказываешь, да? А, купила уже. Посоветовал гир. Ресторанчик. Сказала, что тут вкусный. Как называется? Гирос. Гирос. Это как шаурма. Вот. Сейчас покажу, как они готовят. Людочка пока выбирает, а мы покажем. Цены вам покажем. Это как наша шаурма, только сказали, вкуснее намного. Вот мы решили и попробовать. Сейчас сделаем заказ и потом скажем наши впечатления. Салатики. Салатики. Орех салат, орехский салат устроен. Давай хирос мы хотели. Хирос, да? Да. Салаты есть. Будем на ужин есть полегче. А это такая... Ну давай, чтобы поесть. Нам сказали брать не с курицы, а с мясом. Да, но я мясо не люблю. Я люблю курицу больше. Давай, ты берешь курицу, я мясо, мы друг у друга попробуем. Ну, давай? Давай, да. Давай, заказывай. А есть сейчас перевочки больше? Покажи, где. Чикен есть. И порк, вот. Порк — это мясо, свинина, а чикен — это курочка. Значит, не переведет, наверное. Посмотрим, что пишет. Зелёночек. Визаут. Картошка. Картошка? Визаут картошка. Донт. Донт картошка. Донт картошка. Донт картошка. Ну-ну-ну. Вот это. Зазыки. Так, что? А пить сок возьмем какой-то? Давай. Апельсиновый джюс. Апельсиновый. Оранж. Оранж джюс. Ту. 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 Спасибо. Спасибо. Потренируемся немножко наш английский. А я учила английский, а забыть не могу. А я не учила. Получается. А я не учила, но что-то понимаю. Понимаешь хорошо, да. Ты видишь, да, с картошечкой. Ну, из картошки взяли. Я понимаю, но не могу говорить. Я знаю слова порк, чикен, визаут, виз. Мяско. Так я и не поняла, что мы заказали. Давай договори. Ну, я так поняла, что без картошки мы заказали, да, и соусом дзадзики, который не говорит, что очень вкусно. Все, там, да. Будем пробовать. Там йогурт в соусе. Надеюсь, сейчас, мы что? Правильно сказали. Ну, будем кушать, это наш такой обед. Мы решили так, хорошо, покушать в обед, потому что, правда, на ночь тяжело, нам кушать тяжелую пищу. Вечером, да? Да, а вот традиционные блюда нам хочется попробовать. И вот этот ресторанчик сказали, что самое вкусное. Здесь и там через дорогу, мы попробуем здесь сначала.
Как он называется? Я покажу. Может, кому-то будет полезно, да? Вот так. Едим. Ну, мне же ты ела, мне же приятно, там, кто знает примерно, что-то. А Ира еще не знает. Ну, нам Маша сказала, наш гид Маша, она сказала, обязательно попробовать. Из Москвы водички. Ой, жару вышли мы, да? Жару вышли. Самое солнце. А что, дома не хочется сидеть, отпаться тоже жарко. Разве что если мы его зонтик. Хорошо, да. Смотрим на дорогу, на движение. Наш автобус? Не наш. Не как вечером. В Финиси просто то же место возле дороги, да, не очень хорошо. Но тут вкусно сказать, так что будем кушать. Может, это хорошо возле дороги, все сюда заходят, да? Недалеко. Красавица моя. Любочка красавица. Можете назвать Любочка красавица? Да. Мне если вызывала дядя красоту. Красота. Ты кто? Красота. Почему красота? Потому что я маленькая, вот мне цветочки цепили золотые. А когда я ходила туда, когда пробивали ушки, конечно, плакала. Ты громче говори. Плакала, когда пробивали ушки. Громче говори. Приблизилась, но стала тише говорить. Вот, я не плакала, дядя мне говорил, о, какая красота. И так меня называл всю жизнь. Приехала красота в гости. Вот так. Ладно, потом включимся. Захотелось. Разговаривали с людьми, разговаривали, а кнопочку не нажали. Вот так бывает у блогеров. Снимаешь, оказывается, не снимаешь. А записи нет, оказывается. Да. Получается, мы по-разному как-то открыли сок. Люди, крышечка осталась на месте, а Ира живодер. Ира оторвала. Чикен. Порк. Свинина. Курица. Сейчас покажу вам эту порцию. Боже мой, одолеем? Да. Конечно. Ну, смотрите, эту порцию я сейчас Людочку покажу на фоне. Людочка, покажи, какая ручка твоя. Вау, смотрите, тут так много мяску. И у меня тут много мяска. И сок. Людочка у нас тоже блогер. А мы сидим, блогеры уже. Семейный. Да, смотри, тоже Ира. Еда национальная, греческая. Это как наша шаурма, только у нас есть официант. Вы сразу не принесли на Ирос, да? Ирочка, покажи свой. Вот. Ирочка со свининой, да. А у меня с курочкой. Мне посоветовали со свининой. Другие понятия не имеют, как ее кушать. Руками? Ой-ой-ой. А вилочки нет? Кушать. Ого, сока сколько. Соусом. Да? Это ж тзатзики. Соус, который очень популярный. Да, хорошо. А тут реально прям что-то красиво. Да? А как это можно есть? Вопрос, как это есть и как это съесть? Мяско жуется хорошо. Такая курочка. Такая булочка. Ну что? Я их не дошла до нее. Ну, головное мяско.
Теперь капает. Капает? Да, здесь не подгружаем. Мне надо слюнявчик. Я над этим смысл кушать. Ага, я поняла. Короче, нужно кушать аккуратно и на поднос. Ты что, стоишь? У меня течет. Ты подними эту кость. Ой, из меня течет. Из гироса течет. У тебя выпадает что-то. Очень много мяса. Ну что, мы будем кушать, а потом мучимся, да? Скажем, как это вкусно. Я добралась до соуса дзидзики. Это реально вкусно. Все как бы неприметное кафе. Ну, реально вкусно будет. Класс. Чесночок ощущается. Ой-ой-ой. Я сначала ела мясо, ну мясо вкусно, но когда добралась до соуса... Нам предлагали картошку фри, но мы подумали, что нам так жирно будет. Булочка, картошка. Да. Пальчики оближешь называется. Так будем периодически включаться. Но я еще даже половину не съела. Тут так много. Тут круглая лепешка, и она такая толстенькая. То есть это вообще не наша шаурма. От слова совсем. Ну, похоже, то, что мясо. Это не лаваша, а булочка. Ну, лепешка. Кирочка кушает. Как Ира кушает. Да, Ире нужно... У меня миллион салфеток. Короче, Ира и еда. Да, потому что Ира сочнее получается. Ира сочнее получилась. Одна салфетка пригодилась, да? Ага. У меня с курицей, а мне по суше, да. Поэтому я... Мне нужен слюнявчик на весь рост. Зато ты кушаешь с удовольствием, Ирочка. Да. Да. Кушаешь, она же тебе течет по всем. Да, по рукам, по вам течет. Да. А, все, приятного аппетита. Вкусная же, да? Ой. Сильно. Ты жива? Я еще половину не села. Я вся в еде. Ой. Я уже вспотела. Да, мне суповато. Ну, ты не заказала себе томат. Я сказала, не совсем. И с луком, и с томатом, и с горчицей. Все, что мне перечисляли, я говорю, ес, ес, ес. Потом такая, услышала картошка. Только не картошка. Писала картошка. Ой. До сих пор еще боюсь этих звуков страшных. Я могу всегда бояться. Я это сделала. Миллион салфеток, еще одна в руке. И как кушает Люда. И как кушает Ира. Ну так. Вкусно едим. И очень сытно. Я уже ничего не хочу кушать. Она ест. Как попросить убрать. На вечер только салат, да? На вечер только салат будем кушать. Да. Пока мы переварим. Гирос, да? Гирос. Гирос. Я правильно говорю? Гирос. Гирос.
хорошо. Дома делаю, да, шаурму. Но такую я бы не сделала. Булочкой, да? Да. Люда говорит, хорошо ты умяла быстро. Я говорю, не будем скрывать. Она мне понравилась. Она говорит, ты, наверное, давно не ела шаурму. Я говорю, ну да, последний раз ела. Валера меня угощал 11 лет назад. Потом сказал, давай, мать, делай дома. Твоя шаурма самая вкусная. Но такую я бы никогда в жизни не делала. Очень вкусно. Да, музыка сильно громко играла, поэтому мы не могли вам показать. Итак, нам два гироса обошлось в 13 евро 80 центов. Не знаю, дешево или нет, но нормально. Я думаю, что нормально для такого места. Людочка, ты как? Ну, судя по тому, как Ира съела быстро, Ира вкуснее его со свининой. Мне было тести. Да. У меня было с курицей, мне суховатое было. Поэтому я и съела, что, в принципе, вкусненько, да, но для меня это суховато было, да. Ну, у Люды не было томатов, у Люды не было ни лука, а у меня там было все. Поэтому мне было сочно. По губам текло. Текло очень сильно. По рукам, по губам. Волосами вытиралась. Идем умываться в номер. All I need is love, 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 love. All I have is...